Хроническая автомобильная непроходимость. Таков транспортный диагноз города на Неве. Полюбуйтесь на эту картину. Даже владелец самой крутой навороченной машины, если у него нет, конечно, мигалки и милицейского эскорта, не застрахован от такой ситуации, когда его сможет обогнать любой пешеход. Что делать, если Петербург изначально не был рассчитан на такое количество автомобилей? Да может, их и не требуется столько, когда есть такое замечательное транспортное средство, как велосипед. Кто он, петербургский велосипедист, поборник здорового образа жизни или потенциальный самоубийца? Каждый день как опасность. Разок шлем спас хорошенько. Случайно под автобус улетел. Собаки кусают, бросаются под колеса, загоняют людей под машины. Каковы шансы у велосипедистов добраться до цели невредимыми и не нарушить при этом закон? Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Велосипед-гигант и велосипед-карлик, велосипедоводоплавающий и морозоустойчивый. Все это за одну прогулку. Прокатимся? Хрустик. Так называют петербургских велосипедистов владельцы автомобилей. Видимо, с чувством черного юмора у водителей все в порядке. Кроме того, такое прозвище напоминает об уязвимости велосипедистов и о том, что на улицах города их приветствуют далеко не все. Я всегда таким людям говорю, что у вас от встречи с велосипедистом на дороге должна быть радость. Потому что если, например, люди видят на велосипеде на дороге меня, то они должны понимать, что обе мои машины в этот момент стоят в гараже, не создавая им пробку. У Ильи Гуревича действительно дома стоят две машины. Иногда он ими тоже пользуется. Но за рулем велосипеда бывает чаще, чем за баранкой автомобиля. У меня не такая длинная жизнь, чтобы позволять себе стоять, значит, в пробках часами. Вот. И значительно приятнее прокатиться по городу на велосипеде. Жизнь велосипедиста действительно может оказаться гораздо короче, чем он предполагает. Практически никому из велосипедистов со стажем не удалось избежать аварии, а каждый пятый водитель норовит улизнуть с места происшествия. Петербургский велосипедист, как и один из них, это своего рода латентные самоубийцы. Взять, к примеру, правила равнозначного перекрестка. Это когда нужно пропускать помеху справа. Но разве хрустик – это помеха для большой серьезной машины? Нет велосипеда – нет проблем. Разок шлем спас хорошенько. Случайно под автобус улетел. Пробраздил головой, так, ну, выжил. Или вот еще западня. Притаившийся водитель внезапно распахивает дверцу своего автомобиля перед ничего не подозревающим велобайкером. Даже если он ненарочно это делает, на скорости 20 км в час для незащищенного человека ребро металлической двери – это вещь. Каждый день как опасность. То есть я там, например, вчера у дома прямо собрал машину, мне открыли дверь. Ну, причем ехал по правилам, все нормально. Мне говорят, едь по тротуару. Ну, как бы люди права, что ли, покупают. Как бы по ПДД запрещено кататься велосипедисту по тротуару. Если так рассуждать, то покупают не только права, но и корочки сотрудника ГИБДД. У них тоже велосипедная часть правил дорожной безопасности не в почете. Ехал человек по дороге, так, в 100 метрах от гаишника. Так. И на глазах гаишника его притерла машина и, значит, так, ну, перекинула на тротуар. Ну, человек был опытный, значит, там не упал, ничего. Ну, подъехал к гаишнику и говорит, ну, ты вот видел, что вот происходит? Видишь, там машина меня там боданула. А тот ему в ответ, ну, конечно, ты же по дороге ехал. А надо про тротуар, мол. Но если с четырехколесными обитателями города Петербурга договориться еще можно, даже если велосипедист не прав, то четвероногие петербуржцы ведут с велосипедистами борьбу на истребление. На велосипедистов собаки нападают в разы чаще, чем на пешеходов. У них любовь к велосипедистам. Собаки кусают, бросаются под колеса, загоняют людей под машины рядом идущие. То есть все это дополнительный фактор опасности. Приходится как-то обороняться. Ну, кто-то в баллончик возит, кто-то дубинку, кто-то удар, кто-то осу. Удивительно, что после таких историй вообще кто-то осмеливается выезжать за пределы двора на велосипеде. И по числу таких отчаянных смельчаков на улицах Петербург впереди России всей.
Знаете, у нас больше всего велосипедистов на улицах из крупных городов. И... Больше, чем в Москве? Больше, да. Ну, в Москве, представьте себе, что вот у нас правительственная трасса, вот мы сейчас едем, разве нам что-нибудь мешает, даже вот с учетом того, что велодорожек нет, да? Вот мы едем довольно спокойно, в два ряда, вот. А в Москве, представляете, там я год прожил, там нормальная улица, 5 полос в каждом направлении, вот. И, конечно, там тяжело ездить. Вот мы сейчас делаем такой вот небольшой левый поворот. Ну, никаких проблем. А у них через 5 рядов. Вообще-то левые повороты для велосипедистов правилами дорожного движения запрещены. По идее, мы должны двигаться все время в крайнем правом ряду. Конечно, вот есть расхожая фраза о том, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Крайний правый ряд далеко не всегда ведет к намеченной цели. Рассмотрим типичную ситуацию, которая каждый день превращает в нарушителей закона тысячи велосипедистов. Допустим, нам с Ильей нужно проехать с моста Александра Невского к Ладожскому вокзалу. Соблюдаем правила, держимся правого ряда. Но наша цель впереди, а движение с нашей полосы разрешено только направо. Под мост, на набережную, бог весть куда, только не к Ладожскому вокзалу. Находясь в правом ряду, мы должны повернуть направо. Мы прямо ехать не должны. Прямо ехать не должны. Ни при каком раскладе. Вот, а куда нам тогда деваться? И как обычно вот происходит? Ну, обычно, конечно, все нарушают, потому что, ну, так сказать, ну, нам же не надо на набережную. Бред, да. Да. Вот. Ну вот. Закон, который не нарушить невозможно. Это правда, да. Если закон не нарушать, за пределы двора никуда не уедешь. Так и будешь по крайней правой полосе вокруг дома кружиться. А как же здоровье нации? И так слишком много петербуржцев просиживают в конторах возле компьютеров и дома у телевизоров, чтобы лишить их редкой возможности покрутить педали, размяться как следует по пути на работу и с работы. Такой образ жизни – прямой путь в могилу. Потому что, ну, человеческий организм природой создан так, что он должен двигаться. Да. Вот, например, как девушка за рулем, как красиво. За рулем велосипеда, я имею в виду. Кроме того, из-за пробок днем по центру города перемещаться на двух колесах удается гораздо быстрее, чем на четырех. Деловому человеку практически нереально вовремя успеть на несколько встреч за день на личном автомобиле. Илья, может быть, и смирился бы со сложившимся положением дел, если бы не объехал на велосипеде 27 стран мира, в том числе и такие, где велосипедный вопрос давно уже снят с повестки дня. Ну, значит, там не звездочку на фюзеляже рисуют за сбитого велосипедиста, а довольно серьезное наказание. В большинстве европейских стран для велосипедистов выделены специальные дорожки. Если позволяет ширина тротуара, они идут по тротуару. Если можно двигаться по проезжей части, значит, велосипедисты едут там. Главное, чтобы они всегда знали, что им делать. Велосипедный бум в этих странах достигает таких размахов, что петербуржцам и не снился. Если пересадить в автомобили всех любителей крутить педали, европейские города встанут намертво. Но если даже нам удалось невредимыми добраться до цели, мы столкнемся с еще одной проблемой. Ну, какие бывают дела у велосипедиста в городе? Посетить банк, например, да? Вот я еду в банк, значит, с какими-то документами, значит, вот приезжаю. Где велосипед оставить? К водосточной трубе. Правильно, к водосточной трубе. Она всегда есть под рукой. Да-да-да. Но будет ли там велосипед, когда вы вернетесь, значит, назад? Неизвестно. Перекусить цепь или тросик, взломать замок – это для опытного человека не вопрос. К тому же весь велосипед можно и не угонять. Перед нами велосипед. Будем считать, что он привязан, что нам его не угнать так просто. Ну вот нам хочется чем-то с ним разжиться. Мы берем, совершенно спокойно снимаем подсидельник с мигалкой, седлом и крылом. Мы берем, совершенно спокойно снимаем с него компьютер, который тоже стоит немаленьких денег. Колеса. Мы можем снять сейчас с него колеса совершенно спокойно, откинув эксцентрик один. Даже вилку можно снять вот. Легко, стоимостью 25 тысяч рублей. Да.
Итого, сколько можно с него снять? Около половины стоимости, как минимум. Ну, половину вряд ли, но 10 на 10 можно так спокойно снять. Да. Ну, смотря какой велосипед. В деле защиты от воровства западный опыт нам не поможет. В европейских городах велосипеды на улицах стоят гроздями, и многие из них даже не пристегнуты. В Петербурге без охраняемых парковок пока никак не обойтись. Позвольте представить его величество велосипед. Имидж короля дороги у джиперов исчезает при виде этого велосипеда. Сейчас мы проведем сравнительный тест-драйв самого большого и самого маленького велосипедов, созданных в Петербурге. Классно. Я думал, он будет более вертлявым. Нифига себе! По-другому не скажешь. Попробуем показать то, что сложно выразить словами. Это не просто как обычно велосипедисты едут, стелятся по асфальту, а здесь летишь над землей. Ну что, полетели? Изобретение велосипеда совсем не такое уж бессмысленное занятие, как гласит расхожая истина. Похоже, это тот случай, когда народная мудрость дает сбой. Действительно, если мы рассмотрим самый обычный велосипед без бортовых компьютеров, скоростей и прочих технических ухищрений, то мы увидим, в общем-то, несложное механическое устройство. Странно, почему люди раньше до него не додумались. Во времена Архимеда делали механизмы и посложнее. Могли и велосипед соорудить, кроме покрышек за неимением резины. Между тем, до велосипеда в том виде, к которому мы привыкли, люди додумались около 150 лет назад. С тех пор усовершенствование этого транспортного средства продолжается постоянно. И Петербург вносит неоценимый вклад в дело изобретения велосипеда. Это не цирковое представление. Хотя Игорь привык чувствовать себя в перекрестии взглядов. Желтый ангел, так называется этот велосипед, настоящая рабочая машина, которую ее изобретатель использует для повседневных выездов по делам. И тогда в повседневность сразу врывается ощущение праздника, карнавала. Чувствуешь полет на этом велосипеде. Это не просто как обычно велосипедисты едут, стелятся по асфальту, а здесь летишь над землей. То есть вот это ощущение, оно непередаваемое. Тем более, если скорость хорошая. Вот. Если еще обгоняешь там кого-то, это же вообще прекрасно. Это машины под мышкой где-то так. Ну, машины, да, машины так выглядывают все из-за контура, смотришь. Вытаскивают сразу же фотоаппараты, телефоны, камеры там, ручкой машут. Ну, приятно очень. У людей повышается настроение, улыбаются все. То есть те, кто бывает грустные, вот, например, женщина идет, улыбается тоже, вот, смеется. Вот. Желтому ангелу требуется взлетная полоса 4 метра. Скорость до 30 км в час. Высота 1 метр 90 сантиметров до руля. О, там жарко! Но мало было создать это чудо техники. Нужно было еще приручить его. Никто не мог предсказать, как велосипед себя поведет на дороге. И вообще, можно ли на него забраться без посторонней помощи? Сначала друзья рядышком были, они меня поддерживали так психологически. Потом я залез там на что-то, на какую-то тумбу такую. И от нее уже первые шажки. Сначала там потихонечку привыкал к высоте. Потом толкнулся и поехал. Смотрю, едется нормально. Едется-то нормально, но ведь еще и тормозить надо у перекрестков на красный свет. Игорь приспособился некоторое время стоять на месте. Можно ухватиться за стол. Можно уцепиться. Ну, легковая машина, мы не берем в расчет легковую. Там, хотя бы микроавтобус или там грузовик, можно. И как они к этому относятся? Ну, все там смотрят в зеркало. Давай. Имидж короля дороги у джиперов исчезает при виде этого велосипеда. Если же машина нужного размера не подвернулась под руку, Игорю приходится, конечно, время от времени спускаться со своего велосипедного пьедестала. Потом же разгоняться 4 метра через перекресток как раз. Ну, ничего страшного, нормально. Все там ждут, пропускают, все хорошо. Всем же тоже хочется увидеть, как-то человек залезает на такой велосипедик. Лучший способ оценить достоинство велосипеда – это прокатиться на нем. Если получится, конечно. Падать с обычного велосипеда неприятно. Что уж говорить о таком двухметровом гиганте.
Ну, для того, чтобы сесть на велосипедик, я сейчас буду держать спереди. Да, потому что вот так вот с разбегу я не с разбегу не надо, не надо. Это только особо одаренные люди могут. Да, не всем это дано. Я не с первого раза, я боялся на него с самого начала. То есть вот сначала нужно правую ногу поставить на подножку. Да, теперь дотянуться до руля. Вот так вот. Я держу. Ага. Запомните меня таким, с двумя ногами и круглой головой. Все хорошо. И сейчас аккуратненько, не зацепившись за сиденье, перевести ногу. Мама. Все. Все. Первый этап закончен. И все. Сейчас поехал. Поехал. Я страхую, ничего страшного. Все как на обычной велосипеде. Нифига себе. По-другому не скажешь. В первую очередь поражает легкость велосипеда в управлении. Для того, чтобы удерживать равновесие и разворачиваться, требуется усилий ничуть не больше, чем на обычном велосипеде. Но когда люди и машины копошатся под ногами, чудится, будто ангелы шумят крыльями над самой головой. Страшно на цепь? Нет, совсем не страшно. Отлично, просто отлично. Чтобы окончательно убедиться в доступности желтого ангела для неподготовленного человека, мы стали предлагать случайным прохожим людям прокатиться на нем. С четвертой попытки нам удалось найти отважную девушку. Дальше раз, два. Оп. О, отлично. Как впечатление? Супер. Спасибо, это просто инновация какая-то. Конструирование велосипедов Игорь начал с увлечения веломобилями. При этом его интересует не только необычность, но и практичность конструкции. Желтый ангел, например, легко складывается, чтобы отправиться в угол петербургской квартиры. Так же, как и этот желтый карлик. Карлик мал да удал, и бегает он быстрее своего гигантского родственника. Еще не такие крутые дуги на нем можно выписывать. Что ценно в городских условиях. О как. Классно. Я думал, он будет более вертлявым. В магазинах можно найти фабричный аналог такого маленького складного велосипеда. Он более компактный, но уж больно вертляв по сравнению с велосипедом Игоря. В практичности все же желтый карлик выигрывает. Просто у нас деловых людей не хватает поставить на поток изготовление таких велосипедов. Педальная амфибия. История о том, как научить плавать свой велосипед. Спускаю. Бутылку шампанского бить не будем. Открываем новые направления велопутешествий. Отправляемся туда, где не прокатывалось колесо велосипеда. Есть такая зависимость, что чем интереснее, тем страшнее. Каким еще зависимостям подвержены петербургские велосипедисты? Зимние велотуристы, они как наркоманы. Будьте осторожны, не спешите повторять то, что мы вам сейчас покажем. Новое направление велосипедной изобретательской мысли подсказали особенности местного ландшафта, а точнее обилие воды в Петербурге и его окрестностях. Если реку нельзя переехать или перепрыгнуть, остается только одно. Использовать ее как дорогу. Передвигаться по воде можно научить любой велосипед, кроме детского разве что. А превращение занимает 15-20 минут. Все оборудование умещается в этом рюкзачке и весит 11 килограммов. Диск снимает усилие заднего колеса, а затем с помощью гибкого вала передает его винту. Он-то и толкает все устройство вперед. Спускаю. Бутылку шампанского бить не будем? Нет, осколки мы не любим. Велосипедисты и водники, они не любят осколки стекла, поэтому такой традиции у нас нету. Чтобы разогнаться до скорости 5 км в час, требуется гораздо больше усилий, чем на земле. Но все равно, это плавание воспринимается как чудо. Что может быть лучше ощущения, когда преграда на пути превращается в путь? Пройти по петербургским каналам на педальном ходу. Такое во сне не приснится. Повороты совершаются с помощью обычного складного весла, прикрепленного к рулю.
Его же можно использовать в аварийных случаях и по прямому назначению, то есть как весло. Поначалу сложно привыкнуть к тому, что маневры совершаются со значительным запозданием. Такая инерция. Так, непривычно на велосипеде раз и повернул, а тут раз, два, три, четыре. Да, нет, тут такого нету. Чем меньше скорость, тем больше инерция. Для того, чтобы повернуть, нужно сначала как следует разогнаться. Руль срабатывает только при сильном потоке воды. Получаса достаточно, чтобы привыкнуть к особенностям этой конструкции. Среди велосипедистов она пока не очень популярна, не все о ней знают, а кто знает, относится с некоторой опаской, может быть. Вот, но я своими поездками постарался как-то доказать ее безопасность. Может показаться, что из-за высокого центра тяжести этот педальный катамаран недостаточно устойчив. Но испытания показали, что на волне до полуметра высотой он держится хорошо. Если велосипедист все же умудрился перевернуться, это дело поправимое. Колеса прочно закреплены на раме, и легким движением руки велосипед возвращается в исходное положение. Это было очень интересно на самом деле. Плывешь на велосипеде по воде. Все видишь, что под тобой, когда вода прозрачная. Очень расширяется так возможный радиус походов. Не требуются переправы. Можно посещать острова, островные храмы, которых достаточно много. Есть еще один способ преодолевать водные преграды на велосипедах. Без помощи вспомогательных средств и технических ухищрений. Нужно просто подождать, пока вода замерзнет. И вперед! Зимние велотуристы, они как наркоманы. Вот только-только зима начинается, уже дома не усидеть. Уже хочется, так сказать, хочется в поле. Прежде чем стать таким зимним наркоманом, Илья Гуревич ездил на велосипедах по джунглям в Таиланде, пустыням в Египте, Саудовской Аравии, Монголии. Пустынные путешествия, по мнению Ильи, больше всего похожи на зимние походы. Езда по пустыням, да, дает возможность тут, а может и иллюзию, того, что ты можешь ехать куда хочешь. Илья и товарищи в первую очередь направляются туда, куда сложнее всего добраться. Например, пересечь Байкал по льду, проехать по побережью Ледовитого океана или добраться до полюса холода в Ямиконе. Есть такая зависимость, что чем интереснее, тем страшнее. У нас вот был поход по Уралу. И там было очень скользко. И все машины, вот там в один участок, 100 километров, все машины лежали по кюветам. И мы, значит, лежали. Мы ехали, значит, на велосипедах. Видим, машина лежит на боку. Оставляем велосипеды, вытаскиваем машину, потому что у нас много, команда, 5 человек. Ну, там плюс водитель с пассажиром, всемером, значит, вытаскивали, едем дальше, до следующей. Еще недавно подобные путешествия были бы невозможны, но новейшие достижения велосипедостроения в виде шипованной резины, например, позволяют спокойно передвигаться по льду. Зимой человек, если едет по асфальтовой дороге, покрытой льдом, то он все равно не едет по асфальту, а едет рядом по льду, потому что по асфальту-то резина шумит, а по льду хорошо. Но как бы ни было хорошо ехать по льду, без подготовки в такие походы отправляться не стоит. Илья со своей командой иногда даже проводит специальные зимние учения на местном озере. Местные жители сбежали смотреть, когда человек едет на велосипеде по льду, проваливается в прорубь, потом при помощи таких специальных рыболовных шилец себя вытаскивает. Если у него не получается, значит, его тянут за страховку. Езда по льду, особенно рек, это крайне опасное занятие. И вот в прошлом году, например, группа московских велотуристов потеряла, 6 человек утонуло. Ужас! Стоит ли рисковать жизнью, морозить руки, когда требуется устранить малейшую неполадку велосипеда, вроде банального прокола камеры, мерзнуть в палатке? Ради чего? Чтобы добраться в такие места, где в это время никто не бывает. И это все? Зимний поход прессует время. Да? Что летом идешь в походе там неделю, и домой не хочется. А зимой 2 дня походил, и уже хочется домой, на работу. За одно и то же время зимой, зимой совершается больше подвигов, вот, и уже тянет обратно в цивилизацию. Цивилизация тоже подкидывает немало поводов для совершения подвигов, как-то мы выяснили сегодня.
И дело не только в том, что велосипедисты рискуют своей головой больше любых других участников дорожного движения. Здесь механизм и человек слиты в единое целое, поэтому велосипед помогает исследовать технические и физические пределы одновременно. Выход за границы возможного – это же самый увлекательный подвиг на свете. Форма, между прочим, ничего так смотрится. Но все равно тяжело мне туда не забраться. Я на таком все.